Этот ролик является моим видеоманифестом. С его помощью я хочу привлечь максимум внимания к серьезной проблеме, о которой в нашем обществе принято умалчивать. Но я полагаю, что в современном мире ее должны уже активно обсуждать. У меня нет полномочий, чтобы принять закон, способный решить ее, но я в силах обратить ваше внимание на эту проблему, являющуюся элементом еще более масштабного и прозорного явления, такого как неуважение к женщине. Этот ролик мне помогли снять друзья, полностью разделяющие мои взгляды. И я надеюсь, что та форма и идея, которую мы выбрали, поможет донести нашу мысль до максимального количества зрителей.